Хей-хей-хей! Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! И прямо сегодня покажу самый дорогой аккаунт в мире по Стендову 2! Этот аккаунт стоит дороже 1 000 000 рублей! Прямо в эту секунду прожмите за это лайк, обязательно подпишитесь! Ну что же, ребята, приятного просмотра! Поехали! Первое, что я вижу на этом аккаунте вообще не играет, потому что, ребята, на этом аккаунте только трейдит! Вы посмотрите, соревнователи по нулям, союзники по нулям, все по нулям! Дальше ID. ID начинается на троечку, то есть вы видите, ребята, то, что это действительно очень старый аккаунт, такой же старый, как и Кента ПК. В 4-м сезоне все по нулям, в сезоне номер 3... Но тут, ребят, так сказать, неплохо. 1.18 КД, 56% побед, ну так себе, нормально. Союзники, сезон номер 4, все по нулям. В 3-м сезоне чемпион, то есть обычный аккаунт. Пока, ребята, все максимально обычно. Ну нет, ничего прям супер крутого. Но очень скоро мы перейдем в инвентарь. И вот там вы просто не поверите своим глазам, потому что там такая пушечка. Там такой разнос. Вам реально станет не по себе. 1000 часов онлайна, это очень много. Да, у меня 8к часов, но тем не менее 1000 часов, это тоже очень много. Смотрим историю матчей. Последняя игра была 28 июня. То есть я еще раз повторюсь, на этом аккаунте не играют, на нем только трейдят и зарабатывают голду. Дальше смотрим заявочки в друзья. Мы видим то, что у нас больше 300 заявок друзей, то есть самый-самый максимум. В друзьях у нас тоже 232 человека, я просто в шоках. И давайте немножко посчитаем личное сообщение, вот это я обожаю больше всего. Интересненько, что же там пишут? Я Саня. А я Илюха! Дай голды, ПЖ не хватает. Ой, пенежечка ты какая-то, да? Не хватает ему голды. Грасиес, братан, мог бы купить скин, пожалуйста? Нет, не мог бы. Заметь, ПЖ, у тебя же самый дорогой аккаунт. Да. Пристегнитесь, мы взлетаем. 3, 2, 1. И... Вы, наверное, видите первое, что видите 48 голды и думаете, Кента ПК, так это не самый другой аккаунт, ты че скидала? Так, ребят, спокойненько. Во-первых, посмотрите, сколько у нас серебра. 15, мать его, косарей! Но обратите еще на один очень важный нюанс. Это, ребята, количество предметов, потому что тут 2865 предметов! Лол, что, хек, аза-за! Как же это много, я просто не верю своим глазам, это реально самый другой аккаунт. Первое, что мы видим, это фейбл кейсички, но тут, ребят, все по дефолтику, и листаем вниз, 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 вниз. О, а вот тут уже начинается контент, фуриос кейсички мои, вы сладенькие. Я уверен, что сегодня хотя бы штучечку мы откроем, ребят, ну а чем бы нет. Райвел кейсички, ля, как же их много. Скорпион кейсички. Хэллоуин чармпаки, что? Я просто не верю своим глазам. Что происходит? Остановите этот мир! Фуриос боксы, что? Откуда фуриос боксы на этом аккаунте? Откуда вы? Я не понимаю, я реально не понимаю. Вы тоже это видите? Вы тоже это видите? Ориджин боксик! Ой, а вот тут, ребят, начинается самое-самое дорогое. Это перчатки. Да ты что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11 пар перчаток, тычки, 1, 2, 3, 4, 5, 5 пар тычков, обалдеть! Ножички танта, ничего себе, как их много, их тут штук 10, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ножичков танта, скорпионы, скретчи, кунаи, тут есть все, что вы захотите, это реально самый дорогой аккаунт. Я нигде такого не видел, разве что на аккаунте тик-така. Блин, да тут больше ножичков, чем у меня на аккаунте, гораздо больше. Обалдеть, легаси! Тут только 4 легаси. Что? Я не верю своим глазам. Я просто не верю своим глазам. Что? Как же много всего? Ребята, кто посчитает, сколько тут ножей? Тут лично от меня получает 100 голд. Я вижу керамбит голд! Это настоящий керамбит голд. Я могу его выставить прямо сейчас на рынок. Настоящий керамбит голд! Что? Вау! М9 байонет Dragon Glaze! Так, ребята, идемте вниз. Мне реально плохо. Это все стоит очень. И еще раз, очень дорого. Просто посмотри, сколько М9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8! 8! Керамбит голд!
посмотрите, как же много всего. Вот я понимаю, вот это инвентарь. Ну что же, дамы и господа, леди и джентльмены, мы переходим к самому интересному. Это арканы и наклейки на этих арканах. Что вижу? М110 Celestial Beast. Я, честно говоря, не знаю, сколько стоит этот скин, но, наверное, очень дорого. 11, мать его, косарей! Вау. Это очень дорого. И вы обратите внимание на наклейки. Какие же они классные, это все наклейки арканы, вам не показалось. Дальше фамбум. Знаете что? Это тоже наклейки арканы, вам не показалось. Я в шоках, я не верю своим глазам. М40 монстр, статрек. Тоже 4 дрэгона, тоже 4 арканы. Каждый из этих наклеек стоит по 2 голды. А знаете, сколько стоит сам М40 монстр? Вы еще узнаете? 110 тысяч голды, что? Это просто самый дорогой аккаунт. Как много крутых, реально классных наклеек. Вы даже посмотрите на этот долбанный ВМ Генезис. Даже тут, ребята, эпики. Каждый из этих наклеек стоит по 30 голды. И не все на одном ВМ Генезисе. Как это возможно, я сам не знаю. Я просто не понимаю. Этот мир сошел с ума, ребят, это очень дорогой аккаунт. М4 самурай с 4 самураями. Я об этом мечтал всю мою жизнь. Еще, ребят, посмотрите на брелок. Брелок метла. Мне плохо. Вызывайте санитаров. Это самый дорогой аккаунт в моей жизни. Что? АКРТХ? Статрек с 4 голдскулами? Что? 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 Пыжи, Расис, брат, подари мне. Понимаете, вот этот скин стоит 250 тысяч голды. И на нем еще паучок. Еще и паучок. Еще КРТХ Статрек Оржи коллекции. Ля, ребят, ну я не знаю, меня тупо нет слова. Посмотрите на все эти наклейки. Этот аккаунт можно обозревать целый час. Это все арканы, вам не показалось. Даже на этой долбанной эмочке Статрек Бабл Джам тоже 4 арканы и плюс брелок тоже аркана. Ничего себе, сказал я себе. Даже на P90 самурай, да это дешевый скин, даже на нем 4 самурая. Это как? Это что? Я понимаю, что мой инвентарь по сравнению с этим инвентарем просто полное дно. Мой инвентарь по сравнению с этим инвентарем. Как же это круто. Эмпасин Близзард и обратно 4 арканы. Ты псих, Грасис, ты псих. Откуда у тебя так много голдишки? Я не понимаю. Что, Юмпи Бист? Это легендарки, кажется, которые стоят по 30 голды. Это Инферно легендарки с Хэллоуин коллекции. Что? Мне плохо, мне реально плохо. Я не верю, я просто не верю. Как же это все дорого. G2 за Frozen. Знаете, сколько он стоит? 80 тысяч голды. И плюс наклеечки, каждый из которых стоит по 5 голды. Скин за 100 голды. Как вам такое? Что? А почему так много АВМ Сигер Бомбов он купил? Авик ТХ! АВМ Трэшер Хантер! Вау! Вы серьезно, ребята, вы знаете, сколько это стоит? Да это стоит, как моя почка! Мне страшно такой скин смотреть. Я отвечаю, это не фотошоп, это не что-то. Смотри, я захожу на рынок. Я могу продать, реально могу продать на рынке. Это очень дорогой инвентарь. Что? Может, ты еще б голдскулы приклеил сюда? Не, вообще, у человека ни стыда, ни совести. Я просто в шоках. АВМ Винтерспорт Статрек. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ребят, в сравнении с остальными скинами, вот это ВМ Интерспорт просто пыль. Но он тоже стоит 40 голды, между прочим. Идемте дальше. ФАМАС Монстр, я не понимаю, откуда он их берет. Объясните мне, пожалуйста, откуда он взял вот этот вот ФАМАС Монстр. Вы посмотрите на эти наклеечки, ребят. Да за такие наклейки можно и маму продать. Ё-моё. Вот это балдеж. АКР-12 Рейлган. Обычный АКР-12 Рейлган. Обратите внимание. 4 дрэгона, как я люблю. Что? Что, это сон? Я протру глаза, это не сон! Я себе ущипну! Радиэт Хёрд! Это нереально дорогие наклейки, и они на статреке М16 Винжет. Балдюш! Не, я просто не верю, это реально сон, это обычный МП5 зон. Как вам такое, ребят? 4 аркана, это обычный МП5 зон! Я уже не обращаю внимания на всякие наклейки типа таких. Ну, я просто не обращаю внимания. Подумаешь, скин, который стоит сколько? Скин стоит 25 голды, это уже дешевка, понимаете? На этом аккаунте это дешевка. Посмотрите на этот статрек Desert Eagle Orochi. Как ему вот эти вот наклеечки? Ну, ребят, ну как по мне, это уже не норма. Кто? Кому пришло в голову клеить на Desert Eagle Orochi 4 ПК? Кому? Дядя. Дядя, ты под чем? Дядя! Это ненормально. О, АВМ Спорт В2!
Я ору. Это, ребят, обычный АВМ Sport V2, который ему просто не надо. У него есть АВМ ТХ. Ну еще есть АВМ Sport V2 с четырьмя дрэгонами. Да, ребята, мой инвентарь в сравнении с его инвентарем просто нищий. Просто инвентарь, не знаю, бомжатский. А это обычный АВМ Sport, ребят. Ну, как я понимаю, для него это вообще полная пыль. Просто полнейшая пыль. Ну что ж, также у него очень много М16 Fuyers. Каждый из которых стоит по 250 голды. Ну, ребят, вы сами понимаете, это пыль в масштабах. Также у него есть АКР 12 Fuyers. По 100 голды. О, ребят, вот посмотрите, что закупают трейдеры. Это очень жесткий трейдер, мой вам совет. Закупайте те же самые скины, что и у него, и вы тоже будете очень-очень богатыми. Не, ну он нормальный. Это обычный М16 Full. Опять 4 арканы. Братик, остановись. Не, я просто не понимаю прикола. Откуда на М4 гран-при вот такие наклейки? Наклейки 130 голды. Да, ребята, я, конечно, всякое видал, но такой инвентарь я вижу впервые. Вау, с наклейками. Вау, я хочу. Рейсес, брат, что он сделал, чтобы мне подарил, пожалуйста? Я сделаю все, что ты скажешь. Так, ребят, давайте листать вниз. Да, блин! Я только хочу дышаться, только хочу выдохнуть, и тут USP Genesis. С четырьмя наклейками с Хэллоуин коллекции, каждая из которых стоит по 15к голды. Вот это понимаю, ребят, вот это понимаю, просто вот так вот, вот так вот. Я уже не обращаю внимания на брелки, понимаете? Просто не обращаю внимания на брелки, потому что у него инвентарь, ну прям очень дорогой. Смотрите, листа вниз, надеюсь, больше ничего такого не будет, да? Я хочу просто спокойно долистать в самый-самый низ. Пожалуйста, перестань меня удивлять, все, наконец-то пропали эти дорогие вонючие скины. Я еще буду орать, если будет какая-то комонка с дорогими наклейками. Вот прям буду орать, прям ор выше гор. О, понимаю. Понимаю! Понимаю! После этого видосика я тоже пойду и закуплю вот этих чармов, ну, штук так, наверное, 150. Так, идемте дальше. Тут у нас обычно идут наклеечки. О, пошел контент по дроп, пошли арканы! Сколько она стоит? 4 голды? Ничего себе, она подорожала, я в шоках. А ну-ка, стикер неон колор. 740 голды, что? Это просто наклейки арканы. О, то есть тут только одних наклеек 1100 голды, я уверен. Правильно? 960 голды, а вот это сколько стоит? 800 голды! Я вот не понимаю только одно. Кто будет все это покупать? Я не знаю. Посмотрите, как много наклеек. Кстати, ребята, мой совет. На наклейках можно очень хорошо подняться. Вот, берите пример с этого молодого человека. Тип тоже поднялся на наклейках. Фух, ура, ура, не может быть. Мы долистали до самого конца этот инвентарь. Ого, сколько у него графики паков. Ничего себе! Медальки пошли, ребят, пошли медалечки. Так, слушайте, давайте-ка мы прямо сейчас зайдем на рыночек, посмотрим в запросах, что у нас есть запрос на покупку, на продажу, все пусто. Теперь давайте посмотрим историю покупок. Мне интересно, за сколько он покупает все эти дорогущие арканы, ребят. Вот, например, за сколько он купил вот этот ножичек. Легаси, 2600, ну это обычная цена легаси. Смотрим, просто листаем сам вниз. Давайте ради интереса посмотрим, за сколько он покупает все эти арканы. Стикер самурай купил 5 мая за 1600 голды. Сколько стоит сейчас? 1300. Ха, братан, ты лоханулся. Ха-ха. Ля, пошел подешевел. G2 Зварели купил за 15 косарей. Сейчас G2 Зварели стоит 80 косарей. Вот я понимаю, трейдер. Вот я понимаю, трейдер. Братан, красавчик. Беру просто любую наклейку. Она стоила 638 голды. Сейчас она стоит 800. Просто прошло пару месяцев. А ну как прям месяц? Полгода прошло, и наклейка подорожала на 200 голды. Он купил наклейку по 400 голды, сейчас она стоит 960. Подорожала в 2,5 раза, вы это понимаете? Ну что же, ребята, в принципе, это все. И если вы хотите на халяву получить вот этот вот там-то малочит или малахит, ну вы поняли. Прямо в эту секунду, ребят, подпишитесь на мой канал, прожмите лайкусик и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, подпишитесь на мой телеграмчик. Ссылочка есть где? Ссылочка есть в описании на первом месте. Все, ребят, жду вас всех там. Также на ютубчик подпишитесь, на инстаграмчик подпишитесь. С вами был ваш Кентуха. Напишите ваше мнение, что думаете по поводу этого нереально дорогущего аккаунта. С вами был Кентуха. Всем удачи, всем пока.